Хей, всем привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Алекс86 Play, продолжаем прохождение «Маленькие кошмары», короче, загрузился, и я что-то не понял, где статуэтка. Что такое? Что за звуки? Погодите. Что за звуки? Я не понял, куда девалась моя статуэтка. Я же вроде бы ее здесь оставлял, правильно? Или нет? Здесь была и книжка, насколько я помню. Сейчас нет ни книжки, нет, вообще ничего нет. Сейчас были тормоза. Сейчас были тормоза. Так, книжка куда-то девалась. Это раз. Какие-то звуки. Это два. Блин, они мне предлагают обратно, что ли, бежать? Да тут, короче, эта часть, она реально побольше головоломки. Я пока не понимаю, что нужно. Так, ну давайте слазим сюда. Да, книжку, смотри, на место вернули. В смысле? А почему? А, погоди, зачем я ее надо скинуть? Книжки, я так полагаю, нужны куда-то, походу, чтобы ставить. Скорее всего, вон туда. Так, ладно, пошли за статуэткой. А статуэтки-то мне зачищи, блядь, аккуратно, ты что? Зачем? Да что за звуки? Что происходит? Но мне хотят сказать, что да, статуэтка... Бляха. Что статуэтка именно там. Да ёлки-палки, что сегодня происходит? Вернись. Самое интересное, что те, кто играл на... Я там спросил пару людей на клавиатуре и мышке, они говорили, что у них не было такой проблемы. Вот именно... С мышкой. Да, тут какие-то демоны. Не понял, это сейчас кто был? Это кто сейчас прибежал? Чё за бред? Тут что-то поменялось, по-моему. Тихо, блядь. Статуэтку верните. Почему вот мне ее на... Да вы серьезно, что ли? Вы хотите сказать, что она здесь? Нету. А тогда я не понял, а где она? И смотри, и глаз закрыт. А чё за бред? А я вот здесь не был. Что это? А как вообще использовать? Ты не знаешь в этой игре? Я взял. Серьезно, погоди-ка. Настройки. Как использовать? Присесть, скользить, схватить. Нету использовать кнопки. Серьезно? Я понимаю, что он как-то эти бутылки с глазом. Тут какой-то люк. Так, а где мне статую-то искать теперь? Что это такое? Так, ладно, непонятно, что это за комната. Непонятно, где статуя. Но глаз типа не работает. Или она возле меня должна была появиться? Серьезно? Че за бред? Ну тут 5 минутами точно не обойдемся. Он еще и выдыхаться стал, серьезно? Я когда загрузился, я появился вот здесь. Ага.
статуи не было. Ну, получается, все, игра зажевалась. Что ли? Ты, блядь. Ну-ка, пойдем. Ну, здрасте. Ой, это управление, конечно. Вот, да, я вот так же здесь сидел. Встал. И статуи не было. Статуэтка. Как мне без нее быть, я вообще не понимаю. Теперь мы увидели каких-то чертей, которые бегают. Только не говорите, что книжка опять про... Я же ее тогда докуда донес статуэтку, кто помнит? Серьезно, ребят. Я не помню. Если ты... Да слышь, видел я вас. Так, книга. А, смотри-ка, полоска-полоска. Не понял. Книга опять наверху, что ли? Да ёб твою мать, вы чё? Вы чё издеваетесь? Я понял, кажется, что-то с книгами надо делать здесь. Черти появились, кстати. Их не было раньше. Или кто это? Какие-то черные чувачки бегают. Да. Так, спокойно. Кто постоянно книгу назад положит? Завязывайте мне с этим. Это не, так не делается. Да ёлки, он реально не цепляется. Так, где? Это ты? Нет, не ты. Что это было? Что происходит? Алло. Так, смотри, здесь идет полукруг какой-то. Судя по всему. Значит, тебя нужно вставить. Ты вставляешь? Вставляет. Да, смотри, круг получился. Какой-то круг. Так, дальше что где? Вот здесь идут какие-то ромбики-шомбики. Тебя сюда? Не, не подходит. Так, сюда тебя, что ли? Ну, типа, звук прошел, значит... Возможно, да. А тут-то книгу где я, которую достал? Серьезно? Здесь, типа... А, скрыто, нифига себе. А я и тогда что-то даже не додумался. Так, еще одна статуэтка. Ну, это какая-то другая. Деревянная, что ли. Так, и что, зачем она мне? Зачем мне еще одна статуэтка, скажите? Так, ты же можешь бежать? Нет, не может. Чё это? В смысле? Алло, блядь. Часы, блядь, вы чё? Вот я опять статуэтку оставил. Так, игра что-то, видимо, сохранила. О! Вот моя статуэтка. Бррр, что-то у меня шмурашки по коже пошли. Так, не понял, а я разве ее сюда приносил? А здесь-то у нас что было? Не, смотри, он сам. Что это? Что это? Я сейчас ничего не делал. Я сейчас ничего не делал, но это самое. Что с тобой? Вот получается еще, смотри, раз. И еще, в смысле, две статуэтки. Так, а как эту дверь открыть? Сейчас не понял. А где мне еще две статуэтки взять? Одна деревянная. Так, эта статуэтка кто?
Хер пойми кто. Постоянно сохраняется. Ключ, наверное, открывает мне вон там статуэтку. А эту... А, вот здесь же статуэтка еще была. Ее, может, надо заменить? А зачем? Да где ты? Еще нифига не видать. Так, да. Вот статуэтка. Что происходит? Спокойно. Дикий глаз. Так, вот это... Там тоже дверь какая-то. Так, спокойно, окей. Третья статуэтка есть. Так, запись идет, так, запись идет. Так, спокойно, наушники слетели. Наушники слетели. Что-то, блядь, часы звенели. Какие-то демоны бегают маленькие. Но, судя по всему, это она их превращает. Мы-то тоже света боимся. По сути. Значит, мы одни из них, что ли? Блядь, какая-то семейка, конечно, что-то интересное. Так, это сюда? Нет? Нет, судя по всему. Сюда. Опа. Опа. Так, ну дверь не открылась. Что-то, блядь, случилось. Не понял, кто это. Кто это, блядь? Так, кто свет выключил? Так, окей. Это эти черти? Так, шкатулка перестала играть, да? Опа! Я тебя видел! Ты кто, блядь? Засранец мелкий. Там засранец-то что наверху пробежал? Так, бабёха куда-то девалась. Это моё это, если чё, страховка. Чё, мы типа сюда идем? Блять, фонариком неудобно управлять. Так, вот здесь бабёха стояла. Её нет. Ой, блять, кто ты? Как тебе? Чё за нах? Вы кто, блядь? Вижу. Кто это, блядь, такие? Серьезно? Это, блядь, жути нагнали. Как, блядь, запрыгнуть, включи фонарик? Ну, включай фонарик. Ты пока включишь фонарик, нас уже сожрут. Так, чё, они идут? Одновременно нельзя нести ключ и... Так, ну здесь вроде никто не вылазит. Да, блядь, возьми ключ. А ключ-то нам куда нужен? Наверх же.
Так, ну, судя по всему, нам нужен ключ. Ключи на лифт. Без фонаря, если что, вообще никак неудобно. Где, блядь, я езжу? Чё я, блядь, делаю? Так. Надо, короче, сейчас погодите. Да где вот я? Да где я? Так, сохранение прошло. Окей. Так, сейчас, секунду, я это... Шторку за эту... То солнце светит, и от этого вообще еще ни хера не видать. Игра и так темная, капец. Но вот этот туман, да, он напрягает, он светлый, а он, по идее-то, должен быть игру светлее делать, а не сам вот этот, как сказать, туман светлым, а игра все равно темная. Так, ладно, продолжаем. Так, где ключ? Ты что, ключ посеял? Бери, вставляй. Я так полагаю, что здесь статуэтка будет, что ли? Ну тут демоны будут, да? Окей. Что это, блядь? Куда это, блядь? Бутылка. И все. Демоны вы здесь? Я понимаю, что там надо их открывать, бутылки. Но как у меня что-то не получается? Я не знаю, какой кнопкой. А, все, вижу. Вижу. Так, ну здесь опять демоны будут, да? А-а-а. Вижу. Я тебя видел, гаденыш. Бля, вот как тут много-то. Он идет. Так. Еще. А-а-а. Притаился. Он еще бежит. Так, ну фонарик они света боятся. Фонарик-то не боятся. Так, сколько убил? Еще идет. Ага, идет. Ой, блядь. Они бесконечны. Вы серьезно, вы бесконечны, что ли? А, откуда вы? Да как? Да почему? Блядь. Он возле меня появился. Это нечестно. Да вы что, вы реально бесконечны, что ли? Так, ну надо типа куда-то в угол как-то. Так, раз есть. Я сейчас вот так вот здесь встану. Блять, стул нужен. Вот ты падла-то. Ну так вроде свет. Типа мне нужно успевать и стул двигать, и светить, что ли? Да вы что, серьезно? Ну где вы? Собаки серые. Так, это третий.
Пошел нахрен! Ни хрена они как подбегают-то. Блять, он меня чуть не поймал. Почему ты не жгешься, падла? Нахрена он такой шустрый, видал, бежал. Блять, банды бегут. Я не могу пока стул двигать. Все? Ну тогда их больше было. Шепоты закончились. Серьезно? Или нет? Ага. Я готов. Напряжно прям. Как только я включаю фонарик, звучит эта музыка. Окей. Так, что, блядь, за яма? Там он вижу пиздюка. Ну тут, блядь, они что-то прятаться будут. Ой, бля, закрыли дверь. Так, спал. Ага, вижу тебя, козел. Они спал из-под полы влазят. А! Спокойно, блядь. Шустрые какие, а? Да ёбаный, я тебя как тоже мог заметить, я думаю, где, блядь? Блядь, тут яма, вон стоит, смотри, вон стоит. Не палится. Бля, беспалевно так. Я не понимаю, как работает фонарик. Опа, двое. Еще где? Так, лестница, окей. Прыгай, ползи. Так, это что за место? Спокойно. Тут нужно тоже куда-то отступать в угол. Ты можешь что запрыгнуть? Так, спокойно. А здесь вас нету? Так, не понял, это что, это куда это? Это мне сюда надо? Так, окей. Что это за место? Я не понимаю вообще, как он идет. То есть он, блин, он... А, здесь свет, все, их не должно быть, я понял. Где торшеры, там нет света. О, в смысле этих... придурков мелких. У него реально... Да что, блядь, за музыка? Что с этой игрой не так? Тихо. Я жал вот сюда, вот, и он, короче, как-то раз рывком. То ли игра. То ли что. Это место, что за место? А, мы там были, кстати. Еще мне предлагают прыгать. Я же не смогу. Нет, смог. Вот же сука. Ой, блядь, крутилка, серьезно? Где, блядь? Идет.
А что крутить? Свет бы зажечь. Так, вон он стоит. Да? А тут типа дверь, и она за картиной. Все понятно. Я полагаю, мне нужно... Где, блядь? Зачем такую музыку делать напряжную? Так, откуда вы пойдете? Вижу. Да возьми ты! Он не берет. Да ну! Блять, а как так-то? Я не успеваю, их по трое. Жесть, серьезно? Как еще крутить неудобно? Нифига он на меня раз и прыгнул. Управление реально нереальное, то есть. О, блядь, заебись, нахуй, еще упал. Вообще нисколько неудобно. Блять, он еще падать умудряется, серьезно? Что, блять, не так я делаю? Да не могу, я не знаю. Я пытаюсь в эту сторону сжать, он почему-то убирает в другую. Что за не так с управлением-то? Алло? Серьезно? Это же бред. Да пиздец какой-то. Разучился. Тут задействованы и мышка, и клавиатура. Но клавиатура не слушается, когда ты мышкой водишь. И чего-то он его не светит. Давай, 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 давай. Да прыгни ты! Я не понимаю, почему он не прыгает. Почти, она опустилась, самое интересное, и он встал, короче, и вот этот ступор, я вообще не понимаю его. Ой, блядь. Вот опять, где? Куда вот он светит? Я делаю мышку вниз, она... Вверх. Ну, это у меня не получается, я не знаю. Мышка вначале не слушается. Какая-то инверсия включается.
Ой, блядь, сколько их много-то. Как же это сложно. Сейчас, погодите, переведу дух. Это реально, это не то, что сложно, это сложно управлять фонариком. Ну, то есть, вот клавишами вверх, влево, вправо ты рулишь, но при этом ты не можешь на него навестись. Точно. Чтоб тебе навестись, вот мышкой ты за правую кнопку зажимаешь. И все. И все, блядь. Книга. Фотка. Как это? Окей, блядь, статуэтка. Ага. И чё? А как мне попасть? Опа. Идите сюда, демоны. Чё? Это чё такое? Блядь, бутылки опять. А что это опять сейчас было? Он, говорю, что-то с игрой, мне кажется, все-таки. Так, и что здесь? Я не понял. Ну, бутылка, я не знаю, как их распаковывать. Я жму действие. И типа нужно нажать еще действие. Ну, альтернативное действие на джойстике, по-моему, было. У меня этого сейчас здесь нет, поэтому я их расхерачил все, вот и все. Хотя наверняка их надо открывать. Так, и что делаем-то? Что мы делаем? Статуэтку взял. Дверь. Так, спокойно. Глаз. Глаз не открывается. Очень неудобный фонарик. Ага. Все понятно. Так, демоны вы здесь есть? Нет, это статуэтка глаз. Так, окей. Тут-то вообще пиздец темно стало. Ну-ка, ну-ка, спокойно. Кто, блядь, выключил эти? Так. Одна есть. Свет включи, пожалуйста, фонарик. Возьми, пожалуйста, куклу. Так, ну здесь тоже свет есть. И здесь есть статуэтка. Ой, как-то здесь закручено-то лихо все это, а? Просто жесть. Но самое прикольное, что... Блять. Блять, серьезно. Зеркала пошли разбитые. Ну, это баба где-то... А как почему? Блин, вот, кстати, холод пошел. Но она же то... Блять, да что с фонариком? Она же света тоже боится. Правильно? Так, про мелких пиздюков не забываем. А вот почему-то он у меня падает. Что я делаю не так? Она где-то дышит? Что с ней не так? Так. На тебе свет. У нее есть лицо. Она смотрится в зеркало. Мне писали, что это шестая. Это ж не шестая. В смысле, не пиздец? Еще живу? Блять, еще живу. У меня, блять, мурашки по коже. Так, спокойно. Где мелкие пиздюки? Я понеслась. Ага. Сучка. Нехуй. Где ты, падла?
Фонарик не теряем. Ага, я тебя видел, сука, вот она ты. У нее типа теперь лицо изменилось. Пошла она. Слышь, вешалка. Так, дверь. Проход. Тупик. Здорово. Но с тобой сражаться вообще не вариант. Не понял сейчас. Так, еще какой-то тупик. Зеркало возьмешь? Шестая-то, походу, как раз-таки вот с той стороны пришла. И было зеркало где-то целое. Ну, типа вот... А, нет, там что-то лежало уже, она где-то это зеркало-то. Так, ну, мальчуган, ну тебе, походу, все, пиздец. Не понял, эта дверь была сейчас? Ну, мы ее по-любому не расхерачим. Ай! Что, блядь? Слышь, фонарик, да включи фонарик-то, нет, да что? Ой, блядь, обосраться можно. От таких игр. А, еще не все. В смысле, я конусом стал? Да ладно, а это что такое, сговёшка? Это что это? Чисто я ничего не понял. Она. А, то есть это все, все-таки конусы это дети, да? Потому что говорили, что тень, типа, вот. У них, типа, детская. Но я это начал понимать еще. А, я бегать могу быстро. Пиздец, я теперь конусом. То есть, короче, смотри. Она превращает детей, которые сбегают, а их что-то сбегает здесь очень много, вот в этих конусов. Собственно, отсюда и конусы. Но опять-таки же, кто это за дети-то? Зачем они сбегают вообще? Я ничего не понимаю. Ой, блядь, это что такое? Ой, бляха. Так, нихера нету. Куда ты пошел, вообще непонятно. А ты прыгать умеет. Ну да, прыгнул. Я хотел перепрыгнуть. Что за звуки? Жены. Но он прыгает, но он это. А кстати, конусы-то сильные были? Или они только когда банды? И куда это я? И чего? Непонятно. Конусы, работяги, это понятно. Детей заставляют работать. Это как обычно. В каком-то мультике, да, я такое видел. Да, жируны, смотри-ка, собственно. Но они конусов не едят. Они почему-то тоже только детей едят, кстати. А конусов не едят. И куда я иду, и зачем я иду, непонятно. Я вообще себя не вижу, если что. Но место знакомое, кстати. Мы здесь в шестой прибегали, вот, и там прыгали, да. И, кстати, вот этот кран, походу, там и был. Это типа я помог. А, ну вот, собственно, этот... Это бабёха здесь. Это бабёха, собственно, здесь была. Или не здесь. Нет, мы отсюда приезжали. Все похоже, короче, ладно, неважно. Все однотипное. Здрасте, блядь, и тупик. Там кто-то храпит. Бегает угарно такой... Бля, ну это... Опять-таки я говорю, это непонятно, что за дети-то? Что за бабёха? Окей, допустим, мы придумали, это шестая. Ну как шестая убегала от шестой, чтобы потом ее съесть? И в итоге... Слышь, собака сутулая. На тебе. На тебе. Им похеру. Им похер. Опа. Слышь ты. Миску пододвину. Жрабасы, а? Так, ну мне предлагают в дырку, я понял.
Так, и чё это, колбасный цех? А колбасу они тогда из чего делают? Опять же мясо. Тоже из детей? Из конусов? Нет, конусов они не трогают. То есть, типа... Блядь, что это за статуэтка? Я думал, это опять она. Куда идти-то? Куда идем ты? То есть они выращивают детей, чтобы их скармливать вот этим жиробасом. А тогда... Не понял сейчас. А я ничего не жму уже. Кстати, а он бутылка. Блядь, это то место, где... Серьезно, вали отсюда, вали! Сейчас придет шестая и... Помните, колбаску передавал? Конус. Это вот оно место. Вон наверху конусы. И она, получается, съела мальчика. Да. Все логично. Она типа знала, что это дети, что ли, или нет? Ну да, вот он смотрит на эту колбасу. То есть она сожрала своего же пацаненка, который ей когда-то помог, накормил ее. Да, пиздец. Ну, собственно, вот и все, да? Secret of the Manly May, что-то там было, комнаты, типа, скорее всего. Секреты комнаты. Блядь. Дополнение, бляха, сделали. Показали нам, кто такие конусы. Ладно, это хорошо. И показали, что та еще детей жрет. Из чего колбаса тогда реально? Если она колбасу не ест, значит, она тоже из детей. И она типа не могла съесть колбасу, но она думала, что конус это не ребенок. Ну а это, блядь, и чё? И типа потом она вот из-за этого и одичала, что ли, скорее всего. Потом она пошла и эту бабу еще сожрала к хренам. Чё, блядь, все равно ничего не понятно. Ну, кстати, дополнение прикольное. Их получается три дополнения. Что это? Что это такое? Что, блядь, телевизор? И кого нам показали? Кого нам там показали? Что-то я ничего не понял. Ой. Дополнение прикольно тем, что как бы оно было разбито на три части, но мы с вами его как бы проходили, они все три доступны были, то есть и игралось как одна часть, в принципе, сколько мы убили на это время, тоже, в принципе, неплохо. Поменьше, конечно, чем основная игра, но последнее дополнение, конечно, прикольно, вот с этими портретами, картинами, то есть там книгами. А я даже вообще первый раз не обратил внимания, что тут еще надо эти статуэтки собирать. А там все, оказывается, на полу, просто надо присмотреться. Ну и опять же, вот эти мелкие чудики, кто это были? Это типа она их лепила, я понимаю, что она там лепила вот эти игрушки, они типа ожили, да? В темноте оживают, а при свете типа они каменеют. Но опять же, смотри, дети тоже, когда свет этот на нас светит, да, мы тоже каменеем, и там много таких детей было закаменелых. То есть, по сути, она штопает детей для чего-то, чтобы потом их они не сбегали, то есть вот эти всякие всевозможные ловушки, чтобы типа они все помирали, кто, допустим, не сбежал. А те, кто типа себя слушают хорошо, они что, они либо то есть взрослеют, да, и что, и типа семья у них, и они типа работают, да? Но есть дети, которые типа не хотят в этой семье жить, поэтому они пытаются сбежать. И их, короче, превращают в конусов. Ну вот шестая она сбежала, так она вышла наружу, но, я говорю, там просто буквально показали вот этот какой-то домик, не домик, корабль, верхушка, все, больше ничего. Ой, ладно. Половина понятна, половина непонятна. Но суть, конечно, игры все-таки стала понятнее и яснее с дополнениями. Дополнение прикольное, кстати, да, мне понравилось, но, как бы, не знаю, основная все равно игра лучше. Здесь реально с этим фонариком вообще неудобно, нихера. Не знаю, может это... Вторую часть будем играть, там, надеюсь, получше управление будет, потому что вторая часть у меня тоже есть, и скоро мы ее начнем проходить. Все, на сегодня все, заканчиваем, завершаем. Спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Всем пока-пока.